Всем доброго времени суток. 18 июля на дворе. Наверное, у того, у кого день рождения, я предположу, что ожидала этого поздравления. И я пожелаю и пожеланий. Я пожелаю вам счастья, я вам пожелаю здоровья, я вам пожелаю любви и пожелаю богатства. Также, дорогие наши именинники, я вам пожелаю всего того же, что и пожелал нашим новорожденным. И это прекрасно. Это прекрасно то, что вы сегодня есть и приукрасили этот мир своим рождением, своими именинами. Сегодня очень интересный день. Сегодня не так много праздников. Ну, я не буду говорить там о дне жареной картошки, еще о чем-то нет. Но два момента я бы хотел отметить. Первый момент – это день прогулок под дождем. Мне не повезло. Дождя нету. Два дня назад шел такой дождь, что он просто смыл весь асфальт. Не приложу. Может быть, отдельным роликом выложу, как это произошло, но пострадала даже машина. Довольно-таки серьезно. Такие дожди в Грузии. А здесь все по-серьезному. Здесь не шутят, ребята. И даже дожди не шутят. А что касается второго дня, день идеальной семьи. Мальчики, девочки. Вы знаете, я вас очень сильно люблю, поэтому так обращаюсь к вам. Я пожелаю вам всем познать. Я пожелаю вам всем принять этот прекрасный день. Идеальная семья – это не когда на тебя смотрят и говорят: «Вау, как у них красиво и хорошо». А идеальная семья – это когда ты хочешь вернуться тем, кто тебя ждет, кто тебя любит. Идеальная семья – это там, где тебя рады видеть каждую секунду. Идеальная семья – это то, что тебя согревает и вдохновляет каждый миг твоей жизни. Поэтому, дорогие мои, я знаю, что от каждого из нас зависит этот порыв сделать нашу семью идеальной. Возможно, где-то кому-то придется изменить свое мнение. Возможно, где-то придется кому-то перейти свои границы, те, которые он сам себе поставил. Но, мальчики, девочки, идеальная семья – это возможно для каждого. И это залог и успех счастливой жизни для всех. Поэтому я поздравляю вас с этим праздником. И я больше чем уверен, что каждый из нас сможет создать эту идеальную семью. Несмотря ни на какие нужды, несмотря ни на какие проблемы, идеальная семья доступна каждому. Когда-то в этой жизни вы сделали этот выбор. Когда-то вы выбрали свою вторую половину. И когда-то, я не знаю, когда, вы же не пишете, произошло, что у вас родились дети. Возможно, у кого-то уже внуки. Возможно, я не знаю. Вы опять же не пишете. А то бы я поздравлял всех с их днями рождения. Я бы желал вам от души только всех благ. Так вот, вы сделали этот выбор. Но в какой-то момент что-то могло поломаться. Где-то вас могли не услышать, где-то вас могли не принять, но все это поправимо. Главное желание и вспомнить то, что вы когда-то чувствовали и испытывали к своей второй половине. Я пожелаю вам идеальных отношений. Я пожелаю вам, чтобы у вас вот эта искра во многих, я знаю, что желаю, опять возгорела, как в первый день вашей встречи. И чтобы ваша семья, как в какое-то время называли ячейка общества, стала настолько крепкая, чтобы вы стали примером для всех окружающих. Я вам желаю любви, счастья, здоровья, ну и, конечно, богатства. Потому что без этого никуда. И пусть даже если вам будет чего-то не хватать из этого списка, каких-либо денег или еще чего-либо, пусть это никак не повлияет на ваши взаимоотношения. Помните, главное, что вы есть
друг от друга. Любимая, я знаю, что ты будешь смотреть на меня сейчас в этот день и говорить, вот, сейчас рассказывает об идеальной семье, в этот праздник он уехал далеко. Но это абсолютно никак не влияет на меня тем самым образом, чтобы я тебя не любил и у нас не было идеальной семьи. Люблю тебя, обожаю. И пусть вам не кажется всем остальным, что это пафос или же какая-то наигранность. Признавайтесь в любви друг другу. Любите друг друга. Обожайте друг друга. И у вас все будет хорошо. А пока всем вам хорошего настроения и до встречи в завтрашнем дне в нашей рубрике «Поздравления с днем рождения» и каких-нибудь приятных фактов. Всем вам хорошего настроения. Обнимаю вас крепко-крепко.